Здорово всем! Добро пожаловать в Десолейт. Так, я вообще-то что здесь делаю? Я вроде вышел там на улицу гулять. Открыть. Пусто. Сейчас проверю. Вроде там все собрал. Игра выйдет, к сожалению, попозже, чем ожидалось. Так. Выбора здесь нету. Обшарил. Ты черт его помер чуть с сохранениями. Если честно. Очень много картонных коробок, и вот ни в одной не могу полутаться. Тоже. Лут здесь, мягко сказать, ограничен. Не, в футляре ничего нету, значит здесь я везде был. Так, стоп, что-то кажется я видел где-то. Я мне это взаимодействие с переключателем, понятно. Ради, фиг пойми чего. Мне сейчас, значит, надо идти там за какими-то запчастями. Вспомнил. Надо радио как-нибудь вырубить. Видимо, нет. Так, тут ночь у нас, да? Вот меня тоже будут мучить. Сколько у меня там по весу? Ну, по весу. Вроде бы пока нормально. Так, а как туда добраться побыстрее бы? У меня такой скромненький вопросик. Метров вроде немного, но если бежать по тропинкам. Так, точно не вариант. Сейчас бежать как-то по тропинкам, ядрить налево. Но это еще тот отстой. Ну и, кстати, здесь что-то быстро наступило. Так, мы можем мясо пожарить. Я жарил его здесь. И завтрак можно сделать. Крупа, вода. Спирт с алкоголя. Кастрюля. Любая печка. Горячий перекус. Сытость, здоровье. О, тут, к сожалению, с оружием ничего себе не сплавлю. Так, у меня, значит, теперь есть и горячий перекус. Надеюсь, он сразу это все не съедает. Ну, нормально, короче. И веса немного поменьше стало. Правда, я не понял. Травы есть. Просто еда. Я же не один делал горячий перекус. Или он мне показывает, что только один есть. Блин, бредятина. Много аномалий, какая прелесть. Ну, в аномалии пока соваться не будем. Нафиг оно нужно. А может, здесь вроде как они убивают. Ugh!
Забавно. Куда-то побежал. Там где-то второй был. Так, что у тебя есть? Тушенка, нож, кастрюля. Кожа, мясо. Я же где-то второго видел. Странно, что это на меня напал вдруг резко, неожиданно. С ножом, как будто я шел его убивать, блин. Странный дядя. Так, старый замок. Настойка. Ничего. Так, проволока, лады. Так, у меня еды мало довольно-таки, да? Вот давай съедим вот эту хрень. Она, значит, одна. У меня-то их несколько давалось. Точнее, готовил несколько. Ну, тебе странности в игре. Так, свет можно включить даже. Здесь еще и электричество есть, тут сразу в школу не ходить. Ну хотя, в принципе, район там обжитой. Так, это у нас пистолетные патроны. Прелестно. А тут столько всего, точнее ничего, да? Ха. Ну, полу туда, конечно, игра обделена жутко. Жетон. Понятно. И как мне сюда, блин, зайти? Так это кинотеатр-то и есть. Сталь, колючая проволока. Сомневаюсь, что... Как-нибудь можно? Ладно, давай попробуем подхилиться. Стресс, вес, сигареты. Мне это не надо. Где-то ж у меня подхилки были. Бинт. Даже, блин, аптечки доставал. И куда они, блин, сиделись? Базовый рюкзак. Печенье, сытость, здоровье. Давай одну сожжем. Я что-то не могу реально понять.
Где ядрить налево? Так, урон 120 в ближнем бою, у этого тоже 120. Ну и ножом как раз экипирован, да? Так, безумец, ткань, перочинный ножик. Чудненько. А, во. Где-то внутри там прячется, это я уже понял. И так. Там ничего, надо будет подождать. Пока ХП восстановится. Кастрюля. О, дубина 130. Ну, в принципе, она получше будет. Экипируем. О, необычная дубинка. Снять. Будет намного лучше. Так, ну не знаю, давай еще раз бинт используем. Я вот что-то не вижу прибавку к ХП, вы меня хоть тут, не знаю, расстреляйте. У меня кончается заряд фонарика к тому же. Ну, понятно, постепенно повышается. Ой, а там еще один ходит деть. Так, пойти попробовать этого дядю вольнуть. Как странно. Кто здесь? Странно. Чё б корова-то мычала? Ты вообще что здесь делаешь? Микроскоп. На какой черт он мне нужен? А, так я сюда даже зайти не могу. Серьезно? Прелесть какая. Так. А теперь давай посмотрим кое-что другое. Во-первых, у меня уровень поднялся. Хотелось бы понять. Так, жажды все плохо. Тепло. Коньячком можно приободриться. Здесь больше нечем. Так, ладно. Перки. Навыки умения. Изучить перки. Хорошо. Живчик 2. Суровые условия граничного еще реально. Здоровье увеличено на 10%. Ночной. Так, бегун. Давай ночной странник. Ну, мои глаза привыкли видеть темноте. Чуть-чуть получше. Хотя бы так, спасибо. Найти детали. Ночь дебильная когда-нибудь кончится здесь. Малая аптечка. Какая прелесть. Ну.
Что здесь еще мне надо, блин, обыскать? Далее. Угу. Детали. Так, ну это не то, что я ожидал. Блин. Понятно, зачем здесь свет надо включать. Так, ну ладно, все-таки я уже здесь везде полазил, ты его упала. Может, можно было вот здесь вот так вот, да, обойти? Понять. И метров. Вот я стою здесь. Говоря, это что такое? Я знаю, что ты где-то рядом. Вот ты где? Я убью! Из безумца. Угу. Я вижу, что надо найти деталь еще одну, но... Всем въезжаю. Здесь тоже призраки будут какие-нибудь. Ровно гниль. А, вон, что-то светится. Говори со мной. Все, что было до света. Кто здесь? Кань, бритва. Тут много народу-то ходит. Я думал, тут будет все... Дикие края, много животины всякое разное, а тут, блин, людей больше. Ну-ка. Сайра, сварочные очки, ладно. И... Не то, да? Значит, надо дальше искать. Ну, попремся сейчас искать дальше. А что делать-то остается? Да ничего. И ты мне, блин, искать ночью тут сейчас. Не, ну тут ночь, конечно, очень длинная. Надеюсь, день такой же будет. Есть игра про то, как бегаешь, блин, по ночам. Мне эту хрень даже не открыть. Отстой какой.
Так, карта тут хоть есть. В принципе, я территорию обшарил относительно немало. По объему. Кинотеатр. Метка-то показалась хоть, да. 75 метров. Побежали. Там вроде что-то должно быть. А почему она не пометилась? По умолчанию. Странно как-то. Вот, блин. Это что такое? Понял. Изучил верстак, но это, блин, меня немного даже напугало. Как привидение какое-то. Ага, сварочные очки, еще одни. Чипсы. Так, изучен рецепт. Чипсов? Ну, как в свое время их жарил. О, так тут у нас дядя торговец. Привет. Так. Ага, у нас есть здесь какие-то непонятные деньги, да? Мы можем продавать тебе всякий ненужный хлам. Гениально. Вот теперь вопрос у меня следующий. Какой хлам мне не нужен? Правильно, черт его знает. Оружие было бы лишнее, я бы тебе еще продал. Кстати говоря, по поводу оружия. Вот оружие тебе, наверное, продам. Давай посмотрим, что у нас тут по оружию есть. Так, пока мы этой дубинкой пользуемся. Это мне не нужна. Вот это бы мне пригодилось, но, возможно, я это отремонтирую. Нож 120. Тоже продадим. Пистолетные патроны. Особые патроны. О-о-о! И для чего эти особые патроны? В нож запихать или себе куда-то другое место. О, стоп. Ящик с инструментами пуст. Черт. Так, мешок я не осматривал. Перловка, гниль, какая прелесть. Так, ну у нас здесь есть торговец, в принципе. Это, конечно, гуд. Но я вообще-то думал, здесь будет что-то получше. Так, кинотеатр, значит. У нас в кинотеатре две есть точки. С непонятной, блин, водой. Что это означает? Должно интересно все. Так, ну я думаю, может, возьмем аптечку. Хоть немного подхилимся. Сейчас, кстати, утро скоро наступит. Да, давай возьмем аптечку, немного подхилимся. Здесь не то, не то. Самодельный бинт. Травы, ткань. Ай, самодельная мазь. Лучше бинтом воспользуемся. И бежим. Я не знаю, посмотрим, как здесь ночь себя покажет. Сколько она будет тут длиться, но как-то долговато. В принципе, сколько времени прошло, считай? Ну, 24 минуты. Это ночь длилась. Примерно 30 минут. Ну, не скажу, что это очень плохо, но многовато. Так, вот это и есть это местечко, да? В котором я нашел первую запчасть. Я в нем ничего не нашел толкового, ну вот.
Собрал, что было. Здесь показывает раковину, может из-за того, что вода. И запчасти, которые фиг знает где лежат. Пометили как-нибудь. То иди ищи, не знаю. Так, мне дали достижение в стиме. А трубку я взять не могу. Ай. Пяу. Нифига. Рынка. Здесь мы не выискивали еще ничего. И чтобы мне еще здесь такого подцепить, подбрить, собрать. Всякого гамма сейчас пособираю. Уже 36 килограмм из 50 я насобирал всякого шлака. Толку от этого? Угу, абсолютный ноль. Так, коробка с медикаментами пригодится. Что еще полезного? Правильно, ничего. Такая уютная комнатушка, я тебе скажу. Нет щелей хотя бы. Дверь, правда, открыта. Чем мне туда в часть искать? Так. Дикий баклажан. Картофочка. Ну, так себе нормально. Ну ладно, пошли. Попробуем еще найти-то эту запчасть дурацкую. Во мне, по моим жилам, течет свет. Мне плевать, что там по твоим жилам течет. Без обид, мужик. Этого хватит. Теперь нужно возвращаться на маяк и починить станцию. Спасибо, я и так уже понял. Но я, правда, немножко злюсь из-за того, что надо все смотреть, и оно толком не подсвечивается. Не очень это прикольно, если честно. Я тоже это видел, не хочу с ним связываться. Ладно. Мне, мужик, не до тебя, извиняй. О, как ты, да? Я понял, в смысле база. Шмотки мои потерялись или как? О, надо свой сундучок еще будет забрать. А...
Честно говоря, по лечению отстой. Полнейший. Нормально тут не хилишься. Да. Палку и идем. В бой с палкой. Так. Ну и... Я вот что-то сейчас юмора как-то не понял. Лопатка. Фотки. Ну, ориентировочно должны быть здесь. Наверное. Посмотрим. Я что-то не понял. Хрень сильнее меня раз в 10. Мы просто удираем. Ага. Но просто так не удерешь. Где мой бэтпак? Где мой бэтпак? Давай, я найду тебя, и мы поговорим. Что значит тип возрождения? Где, блин, мой бэтпак? Я вообще понять не могу. То есть убить одну животинку палкой я даже не могу, потому что у меня есть какая-то броня. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас эти вещи пропадут. Ну, я смогу примерно понять, почему в игре плохие отзывы. Ринс, когда мне эту игру рекомендовал, говорит, у нее плохие отзывы. Я, кажется, начинаю понимать, почему. Так, бэтпак мой помечен хоть как-то. Дебильная игра. Нет. Моток у меня тоже нет. Ну, не знаю даже. Ладно, народ, продолжим в следующей серии. Всем удачи, всем пока.